В Люберцах открылась ярмарка меда. Сладкое угощение со своих пасек привезли тамбовские пчеловоды. На протяжении всего сентября люберчане смогут попробовать и купить десятки разных видов полезного для здоровья лакомства, а также редкие продукты – медовую пыльцу, прополис и воск. Туда, где медом намазано, отправилась наша съемочная группа. Этот мед очень богат по составу микроэлементов. И очень ароматный, вкусный и очень полезный для организма. Уже третий год подряд тамбовские пчеловоды привозят мед со своих пасек в Люберцы. Сладкий и вкусный продукт в подмосковном городе быстро нашел признание и постоянных покупателей. Особенно охотно берут мед перед наступлением холодов. Мед действительно очень вкусный, как бы прополезный. Тем более сейчас как бы осень, начинается, как сказать, холода, простудные заболевания. То есть ребенку ложку меда в ротик, вот, как бы утром всегда с чайком. И, разумеется, как бы, ну, для себя, для всей семьи. Цены довольно-таки доступные. То есть я не скажу, что заоблачные, нормальные, обычные рыночные цена. Бренд Тамбовской области – это липовый мед. Но в ассортименте на ярмарке какие только сорта не представлены. Цветочный мед, гречишный, подсолнечный, кипрейный. Полюбился здесь народу и такой мед, как липа с черноклёном. Такое редкое, ну, как бы оно растение, это древовидный кустарник черноклёна. Тем не менее, он очень такой вкус ароматный, душистый. Есть на ярмарке редкие продукты пчеловодства. Это прополис, перга, пыльца и даже изделия из воска. Тамбовская область – это один из самых экологически благополучных регионов. Поэтому в качестве природных товаров не стоит сомневаться. В Тамбовской области чернозем, поэтому у нас чисто экологии, нет предприятий, земли все используются под сельское хозяйство. Богата растительность, потому что средняя полоса у нас благоприятные условия и климатические, и земля нам дает очень много цветов. А еще в Тамбовской области много солнца, поэтому мед в основном имеет желтый цвет. Пчеловоды говорят, от того, что вобрал в себя энергию тепла и лета. Скажи, пожалуйста, вкусный мед? Вкусный. А какой он еще? Сладкий. Нравится тебе? Нравится. Продлится сладкая ярмарка в Люберцах до 30 сентября. Успейте запастись вкусным и полезным лакомством. Адрес: улица Инициативная, дом 7Б, напротив входа в двухэтажные торговые ряды. Есть парковка. Наталья Григорьева, Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.